Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Семен Бович Слав, и знаете, вставая сегодня утром, я не мог даже себе представить, что я окажусь здесь перед вами. Но волею судеб, волею да и добротой людей я стою перед вами. Спасибо этим добрым людям, совершенно определенно. И тематику этого замечательного, этой замечательной случайности стихотворения. «Океан», под ваши аплодисменты. Давайте представим, что мы сидим где-то в трактире, в баре, пьем пиво, ну, два друга. Я буду играть сразу двоих. И вот мы уже хорошо так выпили, и один начинает загонять историю, знаешь, философские мысли. Знаешь, если меня когда-нибудь спросят, кем я сегодня встал, я отвечу на этот вопрос, хоть я еще мал. Письмом в бутылке я себя ощущаю. Или нет, лучше бутылкой с письмом. Что ночью и днем бороздит океаны. Редко такую надежду принесло. Редко такую надежду принесло. Что говоришь? Брось на эти тупые изъяны, брось осуждающий взгляд. Пойдем бороздить океан. Мы уже не вернемся назад. Что говоришь? Бороздить океан, не вернемся назад. Ну как ты не видишь, Иисус? Как в одиночку перейти океан? Ты лишь бутылка в море бутылок. Не ходить тебе по волнам. На берегу я хочу оказаться не в море живым, здоровым, не испытавшим горя. Хотя я и сам забываю, куда я иду. Ну что, до встречи в порту. Спасибо большое.